Всем привет, девчоночки! Я рада вас видеть всех на своем канале, где я худею из большого веса. И, как говорится, сегодня пятница, отчетный день по весу. Я немножко еще болею, продолжаю лечиться. Уже лучше, уже более-менее. Вы не смотрите, простуда вышла на лице. Выходит, значит, уже я выздоравливаю, раз на лице уже простуда вылезла. Я-то взвешивалась, девочки, скажу вам, но не сняла это все. И скажу вам на словах. Значит, на прошлой неделе у меня был вес 116-200, на этой неделе 117-200, ровно килограмм я прибавила. Но я не считаю, что это прибавка. Знаете почему? Потому что воду-то я много пила вот за эти дни, очень много воды, чаи пила, но вода не уходила из меня. Поэтому килограммчик и прибавился. Но это ничего страшного. Я думаю, уйдет. И в основном, что я лежала в лёжку. Вот 2 дня это в лёжку, а потом уже начала вставать, потом уже голова кружится. Долго залеживаться нельзя, нужно ходить. Но вот сегодня, вчера я уже хожу. Сегодня суббота, я немножечко запоздала с видео. Хотя отчет. У меня ходила вчера к врачу, посмотрела свои анализы. Анализы нормальные, сахар 4,3, остальное все в норме, все в пределах нормы, холестерин немножечко повышен, но это убирается он. И что еще? И мочевая кислота повышена. Она мне сказала, меньше ешьте бобовых. Вроде я их ем каждый день, одни бобовые. Но это вот как раз кислота из-за того, что воспалительный процесс какой-то был или в желчном, или где-то. Потому что я после желчного сдавала. Ну вот как-то так, наверное. Давайте с вами приготовим салатик из одуванчиков. Попробуем, вкусно или нет. Не отравимся мы. Но у меня одуванчики лежат, вымокают в холодной воде. Они у меня отмокают. И попробуем сделать с вами, вкусно или нет. Но все хвалят. Конечно, много видов этого салата. Ну, попробуем из того, что есть дома. Так что смотрите. Ну что, девчонки, будем делать с вами салат с одуванчиков. Конечно, там рецепт еще несколько и разнообразные. Есть одуванчики и крапива, но не будем уже прям с крапивой. Что нужно мне? Вот одуванчики, я их вымочила, как говорила вам, вымачивала они долго. Я к ним хочу добавить огурец, помидор нарезала. Также капусту вот так молоденькую накрошила, так вот порвала, больше ничего такого нет. Есть у меня зелень, петрушка, укроп и чеснок, вот это вот перец чеснока. Это с вами порежем все. Ну и начнем. Сейчас мисочку. Все сложим, все добавим. И посмотрим, что у нас получится. Это немножко в сторону. Нарежем. Все сразу нарежу. Всю зелень. Чеснок и. Убираем. Я немного делаю, а вдруг это невкусно? А вдруг это есть мы не захотим? Поэтому по чуть-чуть. Теперь я хочу что сделать? Заправить чем? Заправку. Значит, мы берем 2 ложечки простого масла, пахучего. В моем случае можно и 1. Я не люблю много масла добавлять в салаты. Я добавлю на 1 ложку. Масло пахучего. Вот прям
сока лимонного прям выжимаем вот так на ложку. Добавляем. И еще я добавлю, у меня есть бальзамический соус, крем-соус есть. Стоит давно. Еще у меня стоит еще гранатовый соус. Но я бальзамический добавлю. Так, не пищи, ты не голодный. Ну, это чайная ложка получается. Все это мы хорошенечко размешаем. Добавим в наш салат. Ну и, конечно же, сюда нужно соль, перец, все по вкусу. Я вот так по-простому сейчас перец черный, перец, паприка копченая у меня добавлю. Кто-то любит, может, еще какие-нибудь специи, там орегано, какие-нибудь там, не знаю, я вот так вот щепотку соли и перемешиваем. Все это перемешать надо аккуратненько. Ну, конечно, я положила капусту, у меня больше ничего нету. А если есть что-то другое, листья салата, то можно добавить листья салата. У меня молодая капуста. Молодые зеленые листочки. В общем, сейчас я хорошо размешаю. Ну что, пробуем? И надеюсь, мне плохо не станет. Хотя одуванчики это полезный продукт. И трава, и сами одуванчики даже мед делают. Ну, будем пробовать. Честно. Горечь осталась. Ничего вкусного. Конечно, есть можно. Ну, горчит все-таки одуванчик еще. Хотя и долго лежал, вымачивался. Говорят, нужно повымочить его очень долго. Ну, что-то мне кажется, это ерунда вся. А я хочу вам сказать, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. До новых видео.